Так, у Лёшки новая прическа и новый ужин. Сегодня не омлет, а запечённая рыбка. Итак, друзья, рубрика «Ночной жор» продолжается. Я ем, набираю вес, как вы видите, и скоро будут подведены итоги моей перезагрузки. Вы обалдеете, честная пионерская. Чего вот это такое, можешь рассказать? Это мой пресс. Нет, я не про пресс. А, ты про Лёву моего маленького. Это Лёва, мой братишечка. Так, малыши мои, малыши, вам желаю спокойной ночи, сладких снов, ну а мне приятного аппетита и побольше калорий в мышцах. А можешь вот так еще причесочкой сделать? Еще разок. Молодец. Ну просто посмотрите на эту хозяюшку, ну просто обалдеть. Своими рученьками красивыми она сделала эту штуку. Это панакота. Под названием панакота. Ну просто, ну такая молодец. На кокосовом молоке. Ну ты просто умничка. Друзья, не поверите, только что захожу в комментарии под своей последней фотографией. И почти каждый второй комментарий по поводу моих волос. Очень приятно, что вы переживаете, что я до сих пор не подстригся. Я вас обрадую. Что ты постарел? То, что я постарел и выгляжу на 45, это вообще просто бомба. То, что вы создали хэштег «Лёха, постригись», это бомба. Но, сори, ребят, не подстригусь. Юль, ты долго еще собираешься Ефременковой быть или скоро там восстанешь? Блин, я не знаю. Мне кажется, что я буду всегда Ефременковой. Что? Так. Хорошенький, смотрите. Холёсенький. Сэшечек, немножечко отдохнуть прилег. Ты мой хорошенький. Эта собака постоянно в шезлонгах, кроватях, стульях, диванах. Молодец. Кот, сегодня праздничный ужин, сегодня не омлет. Сегодня рыбку тебе запекла. Сегодня не омлет, потому что яйки закончились. Держи. Благодарю. Кушай давай. Притча бомба, особенно когда вот здесь вот разные стороны.